красота. Ветер сильный. Колышутся наши цветочки. Всем доброе утро. Не могу пройти мимо. Решила и вас порадовать. Здесь просто на улице. Еще растут, цветут. Так, а вот и ваша красота. Видите, в масках еще ходим. Масочный режим продолжается. Сегодня уже 6 ноября. Воспитывают собаку. Еще день остался. С 8 ноября здесь в торговых центрах. Вот надо будет заходить в масках и с кодом. Иначе не пустят. Я вот такая сегодня. Раннее утро во Владивостоке. Многие еще спят, пользуются нерабочими днями. Собаки с утра пораньше гуляют, гавкают. Видите, какая замечательная погода, что нас очень радует. Но еще остался день-два, и это все будет выглядеть по-другому, так как по сводкам погоды передают, что она резко ухудшится. Будет сначала дождь в понедельник вечером, потом переходящий снег, я так поняла, что во вторник, и гололедные явления, резкое похолодание. Да, подтверждают. Сегодня еще можно даже без шапки выйти. Погода замечательная. Небольшой ветерок. Пишите в комментариях, как провели эти нерабочие дни или наоборот работали. Вот в России, кто еще не знает, с 31 октября по 7 ноября были объявлены дни нерабочие. Ну, на усмотрение губернаторов. У нас многие работали. А вот уже с 8 ноября торговые центры надо будет входить. Необходимо и обязательно с кодом. Вот так. Слушайте, какое красивое. Давайте поближе снимем. Не хочется даже своим голосом нарушать это вот пение птиц. Здесь храм. И вот, кстати, что-то строилось. И заморозили, или банкроты, или еще что-то. Вот представляете, вот так вот скажешь вам, смотрите, стройка, здесь кто собирается что-то приобретать, дома, квартиры, вот. А ну вот так все, ничего не продолжается. Возвели и забросили. И все. Людям надо жилье. Многие снимают квартиры, арендуют. Здесь цены высокие во Владивостоке. Да, могли бы вот здесь вот жить. Уже листья золотые почти везде.
и опадают. Ну, как в любое время года. У нас погода меняется. Здесь, на Дальнем Востоке, во Владивостоке, есть и зима, и лето, и осень, и весна. Все времена года. Что я и показываю на канале. Так что, кто еще не подписался, присоединяйтесь, подписывайтесь. Будем вместе смотреть. Так, проспект Красного Знамени здесь. 95. Какая тишина. Отсыпаюсь. Я думаю, сегодня в центры пойдут, так как не все успели сделать прививку. Сопку иду. Наверное, уже дышу. Так что простите, если такое уже сбитое дыхание. Уже много прошла. Здесь проспект Красного Знамени, 91. Дома, где раньше жили, что я делаю. Там были красивые цветы, яркие. Через дорогу Толстого. Давайте посмотрим. Еще со спойлером такое авто. Ух ты. Номера не показываю, не надо. И здесь район Толстого. Цены в автобусах стали уже другие, повысились. С 1 ноября. Сюда пораньше уже метут. Хорошего вам настроения, отличных выходных, всех благ.